Устав от минимализма 90-х, в нулевых все снова захотели шика и нескромной роскоши. В моду вернулась сексуальность. Ее начали примерять на себя даже те, кто с нею ассоциировался в последнюю очередь. Люди хотели яркости, они хотели сексуальности, и они хотели крупных, броских, конкретных, запоминающихся аксессуаров, которые были бы даже гротескными. Так происходит всегда, когда нет стиля. Люди хотят, ну, нет стиля, что же делать? Жить-то надо как-то. Поэтому, если нет стиля, то дайте хотя бы красоту. Welcome to the candy shop. Самым популярным музыкальным стилем нулевых стал R&B. Иконы этого стилистического направления не стеснялись выглядеть по-настоящему гламурно и воспевать дорогую жизнь, роскошь и развязный образ жизни. Сейчас я покажу вам плохого парня. А ну отдайте микрофон. Первое десятилетие нового тысячелетия вошло в историю моды тем, что ничего нового оно не породило. Дизайнеры в основном занимались тем, что цитировали предыдущие эпохи. Однако у концептуальных дизайнеров нашлось, что предложить миру. Правда, их новшества были настолько технологичными, что пока не прижились. Чилаян делал платья, которые превращались в мебель, и создавал платья из частей самолета. Одна из тенденций – это то, что звезды стали делать собственные коллекции. Мы слишком часто говорим сейчас о том, что Линдси Лохан, которая сделала там летнюю коллекцию Унгара, там пусть удачную, неудачную, вот, и сестры Ольсен, и Бритни Спирс, да все, кому не есть. Но, пожалуй, главным трендом нулевых был микс. Нас учили совмещать дорогую одежду с вещами, купленными на блошиных рынках. Остромодные новинки с винтажными изделиями. Например, дизайнер дома Живанши Рикардо Тише примечателен тем, что он запросто может процитировать разные эпохи в одной коллекции. Он, например, может смешать 80-е, футуризм, диско и выдать на гора очень эффектный микс. За последние 10 лет индустрия моды еще сильнее демократизировалась, а значит, завербовала в свою армию еще больше поклонников. Большие дизайнеры начали создавать коллекции одежды для демократичных марок. И если сотрудничество Карла Лагерфельда со шведской компанией H&M шокировало, то союз Кристофера Кейна с Topshop все восприняли как должное. Да, мода демократизировалась. В доме Dior собираются выпускать скатерти и домашний декор. Может, когда-то они начнут продавать ветчину от Dior,